Здравствуйте. Очередной спикер из Ставрополя, и мы знали, что Ставрополь богат очень многими производствами, но не знали, что Ставрополь богат еще и кофейным производством. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, представьте свою компанию. Меня зовут Артем, я представляю компанию «Дами Кафе». Наша компания занимается обжаркой кофе. Мы закупаем зеленый кофе из разных уголков мира. В нашем прайсе представлено более 25 стран. Это разные плантации, разные сорта кофе. Также есть линейка ароматизированного кофе. При ароматизации мы используем только натуральные ароматизаторы, не идентичные натуральным, именно натуральные, на основе натуральных компонентов, что не вредно для здоровья. Замечательно. Хочется узнать просто ваш секрет. Наверное, получается, кофе может быть одинаков, например, в разных производствах, но все-таки его вкус раскрывается при правильной обжарке, при правильной упаковке и так далее. Расскажите немножко о производстве. На нашем производстве мы используем только топовое оборудование. Это немецкие ростеры компании Probot, американский ростер компании Loring. Также у нас есть небольшой ростер килограммовой загрузки, который позволяет нам обжаривать новые сорта, подбирать уникальные профиля для обжарки, чтобы в дальнейшем наш потребитель получал уже хороший, вкусный, раскрытый кофе. Также у нас на производстве есть обжарщики, их всего 3 человека, но есть главный обжарщик, который регулярно участвует в соревнованиях, проходит новое обучение. Он занимается созданием профилей, и от раза в раз обжарка не страдает, потому что также мы используем стороннюю программу Cropster, которая контролирует обжарку каждого вида на определенное количество килограмм. Что касаемо упаковки, упаковка у нас трехслойная, она оборудована клапаном, может быть, здесь не видно, это клапан дегазации, потому что кофе – живой продукт. После обжарки он дышит и выделяет углекислоту. Чтобы кофе не окислялся, клапан служит, он выпускает углекислоту, но не пускает кислород. И также здесь есть зип-лок, удобный для дальнейшего хранения дома, можно открыть и закрывать, не используя никакие подручные средства. Отличная упаковка, замечательная, я вблизи вижу, что и она притягивает взгляд, при этом все продумано. Это здорово. И хочется узнать, представлены ли вы уже в центральном регионе России? В центральном регионе мы представлены. В Москве, к сожалению, в ритейле нас нету. В домашнем регионе мы представлены во всех супермаркетах, которые у нас только существуют. Это Осетия, Северная Осетия, Черкес, Ставропольский край, группа городов КМВ. Везде на полочках есть наш кофе. Также мы представлены на Marketplace, на Wildberries. Можно зайти, посмотреть, там все написано, все красиво и вкусно расписано. И, конечно же, у нас есть интернет-магазин, на котором вы тоже можете со всем это ознакомиться. Говоря о сотрудничестве, об оптовых продажах, на нашем сайте есть такая графа, где попросить сотрудничество на оптовое сотрудничество. С вами свяжется наш менеджер, ответит на все ваши вопросы, объяснит логистику, как это осуществляется, и мы с радостью начнем с вами сотрудничать. Спасибо, это было исчерпывающе. Лишь пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь до встречи в следующем году, где вы будете рассказывать уже, как захватили московский регион. Спасибо большое. Спасибо вам.